Глядя на десятки горожан, приехавших сегодня принять участие в первомайском велопробеге, понимаешь, что для них это не дань моды, а предпочтение перед здоровым образом жизни. А мальчишкам и девчонкам младше 14 лет стоит сетовать лишь на возрастной ценз мероприятия и ждать своего часа, совершенствуя свои навыки, ведь впереди их ждет немало подобных акций. В нашем городе велосипеды набирают все большую популярность. Это бесспорный факт. Убедиться в этом смогли очевидцы многочисленного велопробега по центральным улицам Юрги. Для этих единомышленников воедино сошлись сразу несколько факторов. Начало массового велосипедного сезона и такая патриотическая акция «Победный май». На старт вышли несколько сотен горожан. Как опытные участники подобных велопробегов, так и дебютирующие в них. Я катаюсь на велике уже 7 лет. Начал с первого класса, мне это очень нравится. На первом велопробеге я был год назад. Ну и теперь с того момента каждый год катаюсь на велике. Впервые решился на этот велопробег. Настроение просто повеселиться, покататься. Ну, планирую еще немножко покататься после этого веломарафона. Тут у нас такое мероприятие происходит. Сегодня у нас велозабег. Еще я слышу, что у нас как бы есть, 300 лет Кузбассу, вот. Вот в этом мероприятии о велозабеге хочется, конечно же, поучаствовать всем, я думаю. Особенно вот мы тут приехали со своей командой, значит, вот. В общем, здесь весело, здесь такая прям атмосфера, она прям реально чувствуется, прям очень сильно, вот. Знаете, прямо я вот... Те, кто не участвует, обязательно должны участвовать, потому что это круто. Торжественное открытие велопробега состоялось на территории торгового центра «Лента». С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась заместитель главы города по социальным вопросам Людмила Кузьменко. Организаторами мероприятия выступили администрация города Юрги, управление молодежной политики и спорта, управление культуры и кино. Велопробег не являлся соревнованием, и участники смогли плавно и грациозно, наслаждаясь поездкой, проколесить от торгового центра «Лента» по кольцу в районе Кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи по проспекту Победы до мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за родину в 1941-1945 годах, далее по улице Исаченко. Финишным створом велопробега стал стадион «Темп». Все получили море положительных эмоций и впечатлений, коими не преминули поделиться. Сегодня прошел очередной велопробег, посвященный 30-летию образования Кузбасса и 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Поздравляем всех участников, всех жителей города с этим прекрасным, замечательным праздником и днем. Настроение отличное. Давно хотел прокатиться. Вот в этом году прокатился. В этом году я немножко... поучаствовал в организации, то есть мы судили вот, на дистанции, ну и зарегистрировался и решил прокатиться. Вот хороший день, сегодня прекрасный день, настроение отличное. Всех с праздником. Мне понравилось. Каждый год можно так организовывать. Отличное мероприятие, сплачивает. Видно, сколько у нас ребят, которые любят велосипедный вид спорта. Это очень классно. Желание людей приобщиться к здоровому образу жизни растет, поэтому подобные мероприятия не только приветствуются жителями города, но и ожидаются впредь. Влад Иванченко, Андрей Лосев, Юргинская служба новостей.